Я проверил данные от Кеннеди. След этого ублюдка теряется на границе штата. Возможно, нужно проверить старое убежище. Может, он еще вернется туда. Пришли мне результаты расшифровки того сообщения. Нужно понять алгоритм его действий. Отбой. Где он? Крис! Тренировка началась час назад, Роза. Я знаю, просто я и мама... Почему такая безответственность? Мама и мы с ней... Устал слушать. Иди переодевайся быстрее. Ты опять опоздала. Сколько можно? Я же переоделась, Крис. Опять эти отговорки. Надевай перчатки, начинаем спарринг. Продолжаем. Подними руки. Вставай, поднимайся. Вставай, тренировка еще не окончена. Видишь, на что-то гожусь. Ты все делаешь не так. Каждый раз одно и то же. Этот прием был сделан неправильно. Да ну! Да, это что-то новенькое. А как насчет вот этого? Пусти! Пусти меня! Видишь, какой смазанный удар. Ты в ловушке, так у тебя ничего не получится. Ну, вставай. Думаешь, я совсем ни на что не способна? Ну, я не вижу твоих результатов. Да? Нападай! Давай, вставай, стой. Уже не так силен Крис Редфилд.
Соберись. Хватит. Старайся. Поэтому ты все еще и не готова. Неправда. Ты слишком быстро меня хватаешь, я не успеваю. И сразу же используешь свою силу. Нет! Да! Роза, пойми, ты должна контролировать свои эмоции и не бояться. Быть смелее. Крис, но я же просто пытаюсь сделать, как ты меня... Жизнь намного сложнее, чем тебе кажется. Далеко? 5 минут? Я понял. Готовьте машину. Роза, на сегодня все. Иди домой и делай уроки. Как? А ты куда? Это работа, которую необходимо выполнять. Подожди, ты же обещал мне... Роза! Это все очень серьезно. Ты пойми. Ты обещал мне, что мы вместе с тобой поедем. Крис! Не все бывает, как мы хотим. Крис! Иди домой, отдохни. Это очень важно. А то еще Мия будет волноваться. Каждый раз одно и то же. Как будто мне 10 лет. Делаю уроки. Дал бы мне хоть один шанс. Да все могло получиться тогда. А она что? Она? Нет, хочу челкастого. Тупые бабы. Ты-то покуришь? Не. Как знаешь. Вот я и говорю, Терасейв — это херня. Как и без Эй. Когда-то... Вот, да, с китом выпивали. После эвакуации Серой Земли. Вот эта заварушка была. А это мисс Редфилд. Та еще сучка.
Да-да. Остро на язычок, я только так. Херня полная. Были времена... Наконец мы поймаем этого засранца. Прошу вас, ты так же говорил. Да не цепляйся к словам. Не веришь, что этот сукин сын может прятаться вечно? Ну да. А сколько мы уже за ним гоняемся? Я уже потерял счет времени. Может, вы заткнетесь? Давайте сконцентрируемся на текущем задании. А с этим-то что делать? Босс передал мне это еще утром. А ты вообще сюда смотрел? Читать-то умеешь? Ну там что-то... Стелла, Памелла... Да что там читать-то? Ствол-то от палки отличишь? Как ты в тот раз... Что сказал, мразь? Тихо. Пусти меня, я ему врежу. Запал пропал, душара. Что ты сказал? Тихо. Успокоились. Сели оба. Ты слышал? Да слышал. Сядь уже. Да я задолбался уже тут сидеть с вами. Босс взгреет нас всех. Ты держи себя в руках. А ты заткни свой рот и хватит инициировать драку. Головой-то думай. В семье не без урода. Особенно в собачьей. Вам еще не раз друг другу задницы прикрывать. Так что думайте головой. Да ты посмотри на этого придурка. Он же вообще ничего не отправляет. Да я уже устал тебе повторять. Что за припирание? Готовность 2 минуты. Мы должны успеть накрыть этого гада. А что с этим делать? Займешься этим потом. Хьюз, это первостепенная задача. Ладно, идем. Крис, я хотела... Опять никого нет. Каждый раз, когда хочу с тобой поговорить. Совершенно секретно. Я здесь уже битый час, и никого подозрительного, кроме меня. Нет никого. Может, я опоздала? Это же она. Смотри в полночь на звезду, когда луна в зените. Зачем делать фотографии статуи, если они собирались на слежку? Роза, включи голову!
добыча объекта. Те, за кем они охотились, спрятали это. Ну что, Крис, похоже, я все-таки справилась с заданием. И объект захвачен. Как всегда. Ладно, есть другой способ. Сероглазы уже на месте. Они заняли позиции на заднем дворе. Прямо как я, когда захожу с заднего двора мамаши Лобо. Я сказал, сука, иди сюда, так, я тут порву. Но... тихо. Задание приоритетнее. К этим разговорам вернемся потом. Если вообще вернемся. Ну, ты босс. Принято. Это все, конечно, прекрасно. Но... может, хватит ваших дурацких шуток? Сэр, ну вы же знаете. Ладно, расслабься. Так, внимание. Сероглазый засек движение на верхних этажах. Ночной вой и тундра уже в пути. Так, через сколько они будут? 2 минуты. 2 минуты. Все, мы тоже выдвигаемся. Поехали. Ты занимаешь снайперскую позицию, ты идешь в обход. Я захожу. Что здесь делаешь? Я искала тебя. Ты же должна быть в школе. Вот почему Мия мне названивает. Но ты же прикрыл меня. Крис, ты сказал, чтобы я была смелее. Я кое-что нашла, смотри. Видишь? Роза, что это? Откуда это? Роза, где ты это нашла? Я нашла ту папку у вас на столе. Я хотела взять задание, я хотела помочь, понимаешь? Что? Ты совсем меня не слушаешь. Пожалуйста, ты же сам сказал, быть смелее. Не бояться, я ведь уже взрослая. Всё, грязь. Хватит. Идем домой. Крис!
мерзкий ублюдок. Грязная шапка. Убью тебя и заберу девчонку. Я, кажется, надел. На тебя даже пулю жалко. Сдохни. Сука. Хватит меня просто закрой. Черт, ублюдок следил за нами. Мы все обыскали, но следов никаких нет. Этот информатор оказался ненадежным. Вас опередила маленькая девочка. Изучайте. Сэр, откуда? За вещами следить надо. Где Роза? Она внизу. Позвать? Я сам. Как ты? Я не знаю. Я просто хотела помочь. Ты не должна лезть на рожон. Да я всего лишь хотела помочь. Неужели этого мало? Почему каждый раз? Я обещал твоему отцу защищать тебя. Я знаю. Слышала. Ты говорил о Джилл. Кто это? Кто она? Джилл. Она была моей напарницей. Мы вместе работали. Почти всю жизнь. Познакомились еще во времена Ракун-Сити. Прикрывали тылы, перевязывали раны. Я поклялся ей, что разберусь с этим ублюдком. Что с ней случилось? Мы расследовали дело об очередном биооружии. Мы вышли на след предполагаемых биотеррористов, но это оказалось ловушкой. Это была очередная уловка. Тогда нам повезло. Но мы копнули глубже. Оказалось, что наше руководство хуже любого биотеррориста. Я не спас ее, хотя должен был. Это все из-за того Хьюза? Это было много лет назад. Я сразу его не взлюбил. И что же произошло? Он был тогда директором BSA. Я сразу его не взлюбил. Строил свои планы по завоеванию мира, уничтожая изнутри BSA. Свернул операцию в Африке и отправил всех ребят домой.
Я остался почти один. Затем эта история от Джилл. После того, как я ушел из Альянса, я начал все сначала. Нашел верных людей. Пресекал все попытки этого гада на распространение своего вируса. А он стравил весь Альянс вирусом. И те лишь слушают его приказы. Последние 2 года он как крыса, перебегает с места на место. А я иду по его следу, почти настиг его. Мне жаль, Крис. Но, знаешь, нельзя вернуть тех, кого... Нет. Ты же знаешь, я пыталась. Но, Крис... Ты не один. Ты похожа на Итана. Он не сдавался до самого конца. И ты не сдашься. Ты же грозный Крис Редфилл. Ты не сдался даже, когда пытался столкнуть тот большой булыжник. Откуда ты знаешь эту историю? Ребекка рассказала маме о том... Ладно, ладно, я понял. Спасибо, Роза. Я все еще жду спасибо за то, что нашла ту ампулу. Ты не должна была этого делать. Я же помогла тебе. Я разгадала загадку. Да твои гончие еще бы 2 дня там топтались и ничего не нашли. Я велел тебе идти домой, а ты ослушалась. Подвергла себя опасности. Да там никого не было. Там была слежка. Если ты... так хотела поучаствовать в этом задании, могла бы спросить меня. Чтобы ты опять меня отодвинул на задний план. Крис, у меня же есть эта сила, и я могу ей. Но ты не даешь ей пользоваться, чтобы помочь. Это какой толк от этих тренировок? Я старший. Я отдаю приказы. Это для твоей же безопасности. Если там с тобой что-то случилось... Я даже не знал, где ты. Хватит. Я устала от этой твоей опеки. Ты вечно мной командуешь. Ты должна слушаться. Но я не ребенок, Крис. Я не хочу потерять и тебя. Крис, я просто Крис. Роза, пожалуйста, хватит припираться со мной. Хватит спорить. Крис, замолчи. Я стараюсь учить тебя, готовить к этим заданиям, а ты только споришь и споришь. Не перебивай. Если ты не будешь делать то, что я тебе говорю, я не смогу спасти тебя. От чего ты хочешь меня спасать? У меня есть эта проклятая сила, Крис, я могу ей пользоваться. Ты не понимаешь, ты слишком юна. Вот опять! Опять это тебя всего лишь маленькая девочка. А я уже не ребенок. Можешь ты хоть раз, Крис, увидеть меня? Ты не понимаешь. Нет. Это ты не понимаешь, Крис Редфилд. Ничего ты не понимаешь! Push away.